Здравствуйте! Сегодня будем вязать нимфу поденки. Вяжется нимфа просто, мушка очень ловится. Возьмем крючок, тимка, 2312, 12 номер. Подгрузим нимфу свинцовой проволокой. В районе торакса нимфы сделаем второй ряд обмотки проволокой. Так достаточно будет. Плотненько прижали виточек к витку. Монтажная нить Unit Rate 8.0 желтого цвета. Так, чтобы нитка не попадала в витки проволоки, намотку нити нужно делать с большим шагом и крест-накрест. Ну а затем уже просто формируем кокон будущей нимфы. Отрезок медной проволоки для сегментации тела нимфы. Перо страуса белого цвета. Нужно будет три бородки. С помощью их мы сделаем хвостик нимфы. Расправили хвостик. Возьмем даббинг, заячий даббинг светло-зеленого цвета. Из него будем формировать тело нимфы. Много даббинга брать не надо. Обмотку нужно производить тугими витками. Начинаю формировать тело, виток к витку. Вот тело сформировали. Сейчас произведем обмотку проволокой по телу нимфы. С равным шагом. Тугими витками. Лишнее отрезаем. Закрепляем монтажной нитью. Расчесываем даббинг на теле нимфы, чтобы она у нас такая пушистенькая была. Лишние торчащие волоски необходимо обрезать. Они сильно длинные.
Ну, так хорошо будет. Так, возьмем перо. Нам понадобится только пуховая часть пера. А с помощью этой пуховой части мы сформируем зачатки крыльев поденки. Они не должны быть сильно длинные, поэтому оторвем излишки. Возьмем перо фазана, вырез из пера фазана толщиной где-то миллиметров 7 и закрепим сверху на нимфе. Вот будем формировать вот такой вот чехольчик. Даббинг бежевого цвета, тоже заячий. Также виток к витку, плотненько формируем грудку нимфы. Нить уводим к колечку крючка. Бородки хвостового пера фазана загибаем в сторону колечка и прихватываем монтажной нитью. Теперь под бородками отрезаем лишнее. Подравниваем. И формируем головку нимфы. Финишный узел с помощью узловяза. Все, нить отрезаем, она нам больше не нужна. Липучкой расчесываем грудку. С помощью лака закрепляем монтажную нить на головке нимфы. Все, нимфа готова. До свидания. До новых встреч.